Мы будем записывать сейчас ролик с сыном. Тш. Готов? Да. Поехали? Да. Итак, дорогие друзья, всем привет! Офигеть просто, я не верю своим глазам. Мой сын подрос к тому моменту, когда я с ним записываю ролики. Мало того, я создаю мини-проект Мини-Пека. Мы создали аккаунт моему сыну. Конечно, он еще очень маленький, чтобы играть и что-то понимать в этой игре. Но мы будем вместе с ним открывать какие-то крутые акции, если будут в магазине. И вот сейчас у нас есть такая крутая акция. Золотая неделя, ребята, 15 мегаящиков и 540 гемов. Данечка, помаши ручкой, вот у тебя в камеру смотрят зрители. Это твой аккаунт, и мы будем с тобой открывать любые акции, которые будут появляться у тебя на аккаунте, да? Да. Дорогие подписчики, стой, пока рано донатить. Вы поставьте лайк, если хотите продолжение такого проекта, чтобы я с сыном на его аккаунте открывал сундуки, донатил ему там и тому подобное. Если хотите, много лайков набираем, подписывайтесь на канал, и я буду продолжать. Смотрите, мы вот такую вот одну акцию разыграем сегодня на стриме от моего сынишки. Что надо сделать, чтобы получить вот такую вот акцию 15 мегабоксов совершенно бесплатно? Подписаться на канал, подписаться на мой инстаграм и, внимание, подписаться на инстаграм моего сына. Да, Данька? Да. Это твой инстаграм. Скажи, подписывайтесь на мой инстаграм. Да. Подписывайтесь и ставьте ему лайки. Ссылка на мой инстаграм и инстаграм моего сына будет в описании. И здесь у него выйдет фотография новая с конкурсным постом. И просто под этой фотографией оставляйте свой комментарий. И сегодня на стриме я от Данила выберу победителя и задоначу ему. Да, сынулька? Да. Ну что, будем открывать сундуки? Да! Ура! У него новый аккаунт, у него ничего кроме Барли нету. Поэтому, ладно, у него кроме Барли ничего нету, это новый аккаунт, нулячий. И сейчас посмотрим, что моему сыну дропнется. Получается, если 15 мегабоксов плюс 540 гемов, это где-то 22 примерно мегабокса. Ну что ж, готовы? Ты готов? Да! Поехали донатить! Итак, сынулька, твой первый донат в игру. Ты готов открывать? Ты обещаешь нам выбить Легу? Друзья, подпишитесь, пожалуйста, чтобы... Да усаживайся, как тебе удобно. Ну все, готов? 22 мега ящика сейчас сынок откроет. Смотри, сколько гемов. Ну что, готов? Да. Давай, зайчик, открывай. Я не трогаю, он сам. Итак, три предмета. Так, пока ничего. Эль Примо! Вот так, Эль Примо, вот так. Покажи, вот так. Хорошо, давай дальше. Так, пока ничего. Ой! Так, тихо. Ну что, давай, сынулька. Это третий ящик. Роза! А Роза вот так делает. Да, поехали дальше. Так. Тихо, тихо. Ребята, поставьте лайк, чтобы сейчас выпало Лего. Рикошет! Знаешь, как он делает? Вот так. Пью-пью-пью-пью-пью. Да, вот так. Так. Стой, стой. Тихо. Оп. Так, этот сундучок пустой. Так. 7 предметов! Данечка, все. Поко! Знаешь, как Поко делает? Так. Брынь-брынь-брынь. Еще один, смотри. Джеки! Джеки вот так делает. Вот так. Да, так, поехали. Следующий сундук. Блин, 7 предметов, офигеть. Так, хорошо. Так. Тихо. Вот так. Не, пока ничего не выпало. Еще давай. 6 предметов, сейчас выпадет. Карл! Знаешь, как Карл делает? Карл где... А как Карл делает? Вот так. Да, вот так. Наверное. Так. Тихо. Так. Да. Если кто-то хочет такую же акцию себе на аккаунт, подписывайтесь на Данику. Это спонсор Данька сегодня, его инстаграм. И на мой тоже подписывайтесь, ссылка в описании. И Биби! Ура! Знаешь, как Биби делает? Вот так. Вот так делает Биби. Поздравляю, сынок. Мама. Скажи Биби. Биби. Биби, все, поехали. Так. Хорошо. Стой, не торопись. Устал? Да. Так, сколько у нас еще осталось? Ой, тихо! А, все, стой!
У нас закончились гемы. Смотри, мы можем купить тебе Спайка, но мы, я думаю, еще откроем сундук. Давай еще открывать сундуки. Давай, открывай. Оп. Открывай. Тихо-тихо. Оп, оп, оп. Хорошо, стой. Еще один, еще один. Так. Ребят, поставьте лайк, чтобы Даньке выпало что-то интересное. Так. Хорошо. Чуть гемы не купил. Еще давай. Открывай. 4 предмета. Открывай, зайчик. Так. Папа. Папа, помочь, да? Да. Так. А ты думаешь, там будет персонаж? Нет, там нету персонажа. Что, давай еще раз, да? Нет. Нет? Еще раз, смотри. Открываю. Оп. 5 предметов. Так. Угу. Так, давай посмотрим, какой у тебя шанс на Легу. Вот такой у тебя шанс на Легу. Огромный. Стой, стой, стой. Слушайте, ну блин, может... А, Спайка мы уже не купим, лол. Так, ну ладно, давай еще. Не ковыряй в носу. Пум. 5 предметов. Да блин. А вы что, перестали ставить лайки, Данилу, или что? Так, все. Так, еще? Так, может еще задонатить тебе? Может еще? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стой-стой-стой-стой, тихо, еще раз. Давай еще, да? Чтоб новый персонаж был, да? Ты устал? Ты пойдешь? А давай со зрителями попрощаешься? Скажи всем пока. Открой последний сундук и все, и пойдешь. 5 предметов. Ну хорошо. Ты будешь так записывать видео со мной? Давай я хоть камеру наведу. Говорит, я устал. Раз, два, три. Еще один сундук. Сейчас дооткрываем. Ну, последние ж гемы остались. О, блин, чуть-чуть не хватает. Ну, ничего, я ж папа ютубер, поэтому сейчас докинем. Виу, виу. Итак, смотри, смотри, сынок. Сейчас выпадет тебе. Смотри. Хопа, 6 предметов. Да блин, ну чё лайки перестали ставить? Подписчики, так не делается. Скажи, ну поставьте лайк, подпишитесь. Нет. Пожалуйста, один лайк. Нет. И подпишитесь на канал, да? Да. Скажи, подпишитесь. И на мой инстаграм, скажи, Данька создал свой инстаграм и будет там публиковать свои фотографии. Эх, последний ящик. Если там не 6 предметов, я обижусь. Итак, бум, 6 предметов, сынок, 6 предметов. Что, открываем? Посмотрим, что там? Да. Это последний ящик, который мы открываем. И все, и больше у нас гемов нету, сынок. Но это твой первый аккаунт. Мы не будем тебе сразу там донатить леги, все дела. Это первая акция, и я считаю, неплохо. Так, ну, последний. Ребят, вот вот что там выпадет, зависит от вас. Если вы наберете много лайкоинов, подпишитесь на канал. Ну, выпадет легендарка, да, сынок? Да. Скажи, лайк, подписка? Да. И открываем, да? Да. Поехали. Фух, ну, погнали! Там вот такой вот персонаж. Ну что ж, дорогие друзья. А подождите, у нас еще два сундука вот таких открыть можно. Еще два таких. Слушайте, ну, в целом неплохо. В целом неплохо для начала. Давай посмотрим, что у тебя уже, сынок, есть. Значит, у тебя уже 10 бойцов из 35. Папа, иди! О, а вы думали, это легко? Вы думали, это легко? Когда маленький ребенок? Нет, это нелегко. Итак, друзья, к сожалению, Даньке сегодня не выпало мифика, не выпало леги. Но при этом все равно получилось неплохо, получилось бодренько. Если этот ролик наберет очень много лайков, вы подпишитесь на канал, проект Минипека, я буду продолжать. То есть я буду сюда какие-то, если интересные акции будут, конечно, здесь он играть не будет. Я не знаю, может потом придумаем, что мы с ним сделаем. Но открывать разные акции с Данькой я буду на этом аккаунте. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях, продолжать или нет. Ну и, Данька, иди попрощайся.
Иди скажи пока-пока. Скажи пока-пока. Пока. Пока-пока-пока. Уп.